приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня в этом видео мы поговорим об оберегах, ритуалах для защиты вашего дома и вашей семьи. Наши предки использовали для оберегов самые простые и доступные вещи и предметы. Также они совершали небольшие действия, обряды, которые позволяли усилить защитные свойства оберегов. И эти действия, если проводить их периодически, то помогут содержать в чистоте энергетику дома и помогут поддерживать мир в семье и отводить людей со злыми помыслами. Итак, начнем, друзья, с зеркала. Вы знаете, зеркала следует мыть особо тщательно. Мойте их с мылом или со специальным средством, а напоследок ополаскивайте святой или заговоренной водичкой. Если в вашей семье часто ссоры и скандалы, или вам кажется, что в доме поселилась нечистая сила, тогда возьмите 3 маленькие луковицы, проткните иголкой с красной нитью и через 7 дней снимите оберег. Положите на бумагу, посыпьте солью и все это сожгите. Если вам дома некомфортно или, как вариант, вы чувствуете присутствие потусторонних сил, то в течение 3 недель сжигайте церковные свечи каждый день во всех комнатах. При этом читайте любую молитву. Также вы можете насыпать соль в маленькие блюдца или пиалы и расставить по всему дому. Периодически меняйте ее на новую, а вот старую выбрасывайте под неплодоносящее дерево. И последняя, друзья, практика оберег. Вечером возьмите стакан из стекла. На нем не должно быть ни рисунков, ни какой-либо резьбы. Налейте в него воды на 3/4 и, держа его в левой руке, поставьте его на всю ночь у входной двери на пол. Утром возьмите стакан в правую руку, а левой умойтесь этой водой и обрызгайте свой дом. Друзья, вот такие вот обереги и ритуалы, которые помогут вам защитить ваш дом и семью. Выбирайте на свой вкус и обязательно защищайте.